Субботний вечер – идеальное время для любимого фильма. В летний театр парка Гагарина горожане идут целыми семьями. Нет, не первый раз. Мы каждый год ходим сюда, знаем про это. Замечательная идея. Теплый термос, уютный плед, удобная скамейка. В импровизированном зале под открытым небом каждый раз возникает волшебная дружеская атмосфера. Ой, я обожаю фильмы, которые были сняты в советское время. Они наполнены духом той эпохи. Они очень добрые, светлые, позитивные. И такое тепло от них на душе. В этом году «Ретро-ФМ» приготовила челябинцам особенный сюрприз. Будут розыгрыши, подарки и отличное настроение. Приглашаем всех жителей и гостей города на это замечательное событие. Каждую субботу в 22:00. Веселые конкурсы позволяют настроиться на просмотр. Чародеи! Конечно же, чародеи! Главное, чтобы костюмчик сидел, а волшебная палочка была в виде красного карандаша. Друзья, держите, вам же дом. Счастливчики получают подарки по итогам розыгрыша. И вот на экране появляется заставка Мосфильма. Андрей Миронов и Елена Проклова в романтической комедии «Будьте моим мужем». Юлия Алексеева, Василий Швачко, СТС Челябинск.